Приветствую вас на канале Redcat. Сегодня вместе с Женяшей мы попробуем пройти игру в кальмара. Причем в эту версию я еще никогда не играл. Давайте посмотрим, как это было. Всем привет, друзья! С вами я, Женяша. И сегодня я вместе с Redcat буду проходить популярную игру в кальмара. Сегодня мы посмотрим, сможем ли мы пройти с Redcat эту карту. Да. Привет, Redcat! Привет, Женяша! Рад тебя видеть. Жалко, что мы в какой-то тюрьме, но это такое... Вообще жалко, что мы вообще с тобой встретились в этой игре. Да, выживет кто-то один, да. Слушай, свинки нету, куда деньги делись? Я уже переживаю. А что, смотри, у меня костюм, я в юбочке. А почему у меня юбка не снялась? У всех все нормально, а у меня нет. Ну вот, и Груньки тоже вот есть каркас платья. Смотри, короче, ребята заходят, подписчики мои, и они говорят, впервые играем Женяша. Это нехорошая игра, ребята, уходите. Уходите, как вы сюда попали? Уходите, спасайтесь! Давай, короче, ребята, вы знаете, что такое за игра кальмара? Игра в кальмара — это, короче, сериал нашумевший, где 456 участников боролись за главный приз. Да. 456 миллиардов. Сейчас... Редкэт, ты смотрел этот сериал? Да, смотрел. Ты не рассказывай сюжет полностью. Значит, короче, так, победил вот этот, говорить. Вот или вот это вот, да, все умерли или что там. Да, ну я хочу единственное сказать, короче, ребята, нам нужно выжить и быть победителями. Да, в игре, конечно, должен кто-то один остаться. Нужно... Ну, мы посмотрим, сможем ли мы вообще, или мы умрем сразу, как ты думаешь? Я думаю, сразу. Мы сразу на первом этапе, да? Да, что-то тут долгая загрузка, прям 2 да, минуты. Да, тут такая загрузка как раз. Ребята, короче, перед началом, чтобы мы прошли, обязательно, ребята, поддержите нас лайком и подпиской на мой канал и на канал Redcat. Ссылочку на канал Redcat я вам оставлю в описании. В общем, ребята, будь сейчас жестко, Дарина, нам нужно выжить. Помогайте, выжить. Лайкать. А какой у тебя номер, кстати? У меня первый. У тебя тоже первый? У меня, да, я 001. У всех одинаковый. Ну... Да. Подожди, по фильму это старичок был, насколько ты помнишь, да? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Начинается игра. Мы попали на ужасный. Так, бегать тут расстрел. Нельзя. А тут можно толкаться. А мы точно здесь? Мы точно здесь? Мы с точно, тобой? Тут можно карте? Толкаться. Где ты? Вот, Редкэт, я к тебе бегу. Смотри, давай рядышком будем идти. Давай я тебя толкну. О, тут пишут. Добро пожаловать в игру кальмара. Давай кого-то толкну, это... подожди. И не надо. Да, можно толкать, первое, видишь? Ты ужас. Ты едешь, дальше ты будешь. Не, а я не про то, нас могут толкать. Я не буду. А, нет, эй, вы что, чуваки, так что не надо. Ставь где-то... Хотим выжить. У нас... А, зеленый свет! Мы с Редкэтом начинаем проходить, ребята. Идем, идем. Редкэт, ты что, в кусты пошел? Да. Мне нужда. Я не хочу умирать, я буду медленно идти. Я вообще не хочу идти. Если честно. Эта кукла очень страшная. Ой, а в фильме она вообще жуткая. Очень жуткая, у нее такое лицо еще. Вроде такая милашечка, типа. Угу. Переросток. На самом деле она не милашечка, она злая, ой, очень злая. Бойтесь ее. Так, тут уже музыка сократилась. Раньше надо. Девочку. Ой, еще быстрее. Да, она пить начала быстро очень. Почему? О, фух. Ред, ты прям очень хорошо идешь. Хорошо, что иду. Раз, два, три, хватит, стоп. Смотрите, сколько уже погибло, ребят. Ой-ой-ой-ой, я боюсь. Я надеюсь, она не забагается как-то случайно, знаешь, там, типа, дзинь-дзинь. Я стою спокойно. Я стояла спокойно. Фух, я дошел. А, у меня еще 75 секунд, я еще есть. А ну давайте, ребят, попробуем кого-то вытолкнуть сейчас. Е-е-е, слушай, все, вот, мы выиграли. Ю-ху! Ребята, мы выжили. Ю-ху! На эту куклу нельзя залезть? Нет, но я думаю, надо кого-то толкнуть. Не убивала. Да не меня же! Кто такой кровожадный? Не дай мне кого-то. Я должен был это попробовать. Ребята, на самом деле это очень жестокая игра в сериале, вообще просто. Там мы тут веселимся. Угу. А там людям было очень весело, они же не знали правила. Да. И они не верили, что так и будет. Они хотели просто выйти из вон тех ворот, да. Хотели обратно. Но меня хоть и кидают почему-то. На самом деле... Почему? Да. Меня пинают, посмотрите. Чуваки, вы чё? Они так здороваются. Чуваки, ага, здорово, здорово. А что там девочка бегает, танцует? Прыгает там, вон, смотри.
Рыженькая. А если ты перейдешь за черту, ты умрешь? Ну, нет, кто-то лучше пытается, не подходи, лучше, девочка, а то тебя толкнут. Девочка-то Липтон вообще бесстрашная. Я же говорю, она бегает там вообще, танцует. Их толкает. А если мы сделаем Е-дэнс вот здесь? Ура! Все дошли. Все дошли. Мы все выжили. Фух. Я хотела Е-дэнс сделать, чтобы мы танцевали. О, мы следующий сразу там вышли. На костях. Добро пожаловать в сахарный этот... Тут, короче, нужно делать сахарные печеньки. О, да. Если печенье сломается, вы будете уничтожены. Так, ладно. Это страшно. Треугольничек хочу. Так, я хочу... Ай, мне тоже треугольничек. У меня кружочек. Так, у нас 38 секунд. Да тут и легко, надо слушай, аккуратно. Прям очень легко. А, что-то легко, что так легко. Я на стриме на какой-то карте вообще там оно все трещало. А это не эта карта. Нет, я игра. Выиграла. Смотрите, я ребята, тоже. Как ребята делают печеньки. Печеньки, смотрите, они делают. И у всех треугольники, не, кстати. Вон звезда ребят, была, ну не толкайтесь, вот, пожалуйста. Короче, тут пуш можно на всю игру, да? Держите себя в руках. Это плохая кнопка. Детям нельзя давать. Ребята, не надо меня. Ну, пожалуйста, ну что ж такое происходит? Редкет, ну мы выжили. Смотри, тут ребят меньше, все меньше и меньше становится, да? Кстати, не пишут статистику, да? Сколько осталось? Ну, пока нет, я не вижу. Отличные получились печенья. Ням-ням. Нямка. Сахарные печеньки. Так, количество, ну, что ж, игроков, ребята? Нигде нету, да? Нигде. Нет. Ну тут вот сколько. Ну, можно посчитать, да? А что, поздравляю, вы взошли очень-то легко. Ну, время отдыха. 15 человек. О, май гад. О, это что, сейчас биться будем? Рекомендую вам объединиться с другими игроками. Редкет, ты где? Я здесь. Давай. Ты меня не убьешь? Как тебе пожать руку или что-то? Попомни ночи сладких снов. 120. Короче, побежали. Побежали наверх куда-то. Тут сейчас месиво будет. Да, побежали наверх. Бежим, они за мной бегут. Они меня убьют, Редкет. Не трогайте меня. Пожалуйста. Сейчас бейсбольные биты будут. Короче, прыгай по этим штукам. По кроватям сверху. О, вот бита. О. Не подходите ко мне! А, ничего не вижу! Меня убьют? Я не знаю, я куда-то убежал, я ничего не вижу теперь. Я на кровати. Вы же сильнейший. Я ничего не вижу. Я тоже. О, сейчас вижу. Фух, я на какой-то кровати была. Господи. Держись, 85. Редкет, 85. Обалдеть, ребята. О, тут кто-то есть. Тут кто-то был. Я по кроватям бегаю. Слушай, можешь кого-то добить? Короче, реально, вот это именно карта в игре. Это было самое одно из страшных испытаний, потому что они просто все люди сами друг друга убивали. И, конечно, нужно было выжить. И там те ребята, которые в команды собрались, они, конечно, защищали друг друга. Но там было просто, они думали, чем меньше людей, тем больше у них будет выигрыш. Там опять кто-то. А я как этот, как старичок стою сейчас и ору на этой, на кровати. Хватит! Хватит! Ну ты знаешь, я изначально сразу поняла, когда этот старичок, я так и думала, что он какой-то очень... Так, не спойлери. Ладно. Очень старенький, да, наверное? Да, он очень старенький и очень плохой. И что он не дойдет до конца, оказалось. Да. Ну, биография у всех не самая хорошая. Да почему, маме, не беги за мной, они за мной дубинками. По кровати бегай, прыгай по кровати. Пожалуйста. Это не женяша. Я вас не буду трогать, я не буду убивать, я та хорошая, которая никого не трогала. Нет, они мочат. Тебя? Редкет, они за мной бегут все. Они бьют тебя? Я сейчас впишусь. Ну, пару раз ударили. У меня хейтер. Хейтер, отстанься, женяша. Да не надо. Так, я иду тебя спасать, если что. Я вам деньги дам, успокойтесь, ребята. Все робоксы. Я надеюсь, что все хорошо. Отдохнули ты ночью? Да, вообще. Тут было месиво. Да, Женяш, ты побитая. Да, меня побили. Я фул, видишь. Изверги просто. Как вы могли поднять биту на женщину? Все за денег. На девушку. Так, подожди, а как тут? Следующая игра — перетягивание каната. А как тут его цепляет? Подожди. Да, мы с тобой в одной. Не стой мне на голове. Да, мне почему-то... Я думаю, кстати, на меня стоят. Так, только не скидывайте, ребята. Так, а что тут? Удачи, победит сильнейшая команда. Так, что? Клик тут. Давай, спам. Автокликер надо было. Ну, я... Блин, меня кто-то толкает. Да тут без разницы, мне кажется. Мне кажется, мы умрем, да? Да, мы да не, не должны. Сейчас. Точно не умрем? А ты, короче, и тяни, иди еще. Может, оно как-то еще надо идти?
Мы их перетягиваем. Нормально, нормально. Или нет? Ну давай, нет, мы не перетягиваем, Редкэт. Блин. Не, ну у нас больше, подожди. А, не, your side. Да что такое, меня скидывают. Да как так-то? Нет, у нас меньше. Нас убьют. Нет. Да блин, как так? У меня автокликер как будто не работает. Редкэт. Я вообще автокликером не пользуюсь. Чёрт. Как так? Возродиться? О, мы можем возродиться, подожди. Так, что тут это? 30 роботов. Ой, сколько это? Ну, давай. Давай. Давай возродимся. Давай возродимся. Если можно было возрождаться, мне кажется, каждый участник в этой игре сразу бы возрождался. Привет, Женяша, мы прошли! Мы прошли! Редкэт, мы это, ты знаешь что? Мы донатеры. Точно. Зато мы живы. Мы не прошли. Зато мы живые донатеры. Видите, как мы упали? Сейчас, эй, ребята, вы просто свои смерти делаете напрасными. Да, надо прыгать дальше. Девчоночки, давайте, прыгай дальше. Шустрее, девочки. Ты помнишь, что по фильму только два человека на стекле может стоять? О, смотрите, она даже выжила. Она попала на него и сразу отскочила. Ой-ой-ой, Редкэт, а ты хитрюга, я приметила, я пошла. Давай, ребята, короче, тут каленое стекло. Да. Надо угадать, где обычно, где стекло или... Да, ой, какие молодцы, смотрите, как они хорошо проходят. Ну что, читера? Видела девочка обратно? Так, а сколько? 28 секунд! Ребята, доходы! Хода. Ребята, 28 секунд. О, меня скинули. Как это убили? Блин, как так? Возродиться можно? Мальчик, молодец. Наверное, уже... А, можно возродиться? Подожди, возродиться можно. Этот мальчик, он читер. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Давай, я смотрю за тобой. Она хитрая, она молодец. Она посерединке, да, прыгает? Она сообразила. Время. Я молодец! На последние секунды. Я прошла. Отлично. Все игроки дошли до конца или умерли. Мы вдвоем остались? Да, да, вдвоем. Что, ты девочкой кальмара играть? Нет, со мной еще. Как же без меня-то? Там же в финале трое должны играть. Да, там девочку мы убьем или нет? Ну, убьем, конечно. Ребята, мы выжили, мы читеры. Так, что-то все. Слушай, следующая игра будет без выживания за донатики. Там точно? Будет все по-честному. А то ты читарочек. Я-то один раз это 30 робаксов задонатила. Но меня как-то... Я даже упал. Я даже не понял, как я упал. Убегаем. Опа, да. Ну тут, типа, они же... Ты должен убить, да. У нее ХП не уменьшается. Не надо меня трогать, просто стоять надо. Не, можем никого не убивать. Не надо. Да, давай не будем убивать. Давай честно в кальмара сыграем. Так подожди, а разве еще кальмар? Может, еще там что-то будет у нас? Нет, сейчас не кальмар. Нет, а все. Вот эти... кидать же шарики. Шарики. Сейчас рандом будет. Шарики, да. Короче, там была еще одна ночь, и не грели, но... Но никого ж не убили этой ночью. Там тоже месиво было, да. По-моему. Все боялись. Просто боялись. Да, девочка забилась в угол где-то. Там убили этого хирурга. Пошли, поэт, пожахаем девочку. Привет. Помучаем ее? Ну, защекочем, я не знаю, как-то. До смерти. Так, Кисуля, привет, Кисуля. Мне что-то не щекотится. Да. Может, скинуть ее? Попробовать. А как мы ее дубинка? О, все понятно. Работает. Я добрая девочка. Не, а работает, слушай, можно бить по голове. Да. Слушай, нам же надо четное или нечетное? Ну, хотя... А как сейчас будет? Нас же трое. Да, там шарики, помнишь, где было? Да, но нас трое. Да. То есть один не будет участвовать, что ли? Одна просто не будет участвовать, и кто-то выживет один сильнейший, понял? Нет, там же это одна из девочек осталась. Я надеюсь, что все хорошо, отдохнули этой ночью. Конечно, все хорошо. Просыпайтесь, кто может. Просыпайтесь и будьте готовы к следующей игре. Так, Редкэт, ну все, сейчас будут шарики. Тут чисто рандом, тут не угадаешь. А я один, смотри, да. Добро пожаловать в нашу следующую игру, шары. Значит, ты ждешь, получается, финал. В этой игре вы будете пытаться угадать четное количество шаров или нечетное. Сейчас посмотрю. Если вы неправильно ответите, то потеряете два шара. Если вы ответите правильно, то получите один шар. Так, окей, сейчас Редкэт надо сконцентрироваться. Если у вас закончатся шары, вы умрете. Так, хорошо. Надо ставку еще делать. Пройдите через все четыре раунда, чтобы победить. Так, Увакада или я выиграю? Вот это сейчас будет самое важное. Так. Так, ваши ваш шары. Шар. Так, нечетное.
Девочка, сейчас мы сейчас узнаем. Марбл 10. В смысле? Так, ну это же Марбл 10. Ваши шары 10. Так что у меня уже так, 20. Чё-то. Значит, мы одинаково, видимо, нажали. Одинаково нажали? Нет, у тебя 10 просто. Что нажимаем? Четное? Ваши шары остались. Ой, а у меня теперь 5. Ну, а у меня ничего не происходит. А у тебя что-то отнимается? Так. У меня 5 шаров отняли. У меня 5 шаров осталось. Мне ничего. 5 шаров. Я сам с собой. Тебя застрелили! Боже мой, смерть женяши в прямом эфире! Какой ужас! Боже мой! Это страшно, ребята! Слушай, я на тебя смотрю, такая отлетаешь, выстрел, ужас. А ты остался? Да, я сам с собой играю. Рэдкэт, я у себя увидела, как меня убили. Марбл каунт 11. Ужас, ребята, вы смотрите, какой ужас. Да. Так, а Рэдкэт сам с собой играет. У тебя больше, чем 0 шаров. Шаров. Классный. Я победил. Это Увукаду. Ну, короче, а ребята, ты можешь возродиться? Я в этой игре... Нет, я уже не возражаю. Не можешь возродиться? Нет, все. Блин. Ребята, в этой игре я не победитель. Победитель, кто донатит больше. Так, подожди, тут какой-то труп лежит. Как так? Это я. Это не ты. А нет, это не... Нифига себе, еще какой-то трупик. А что он тут делает? Не знаю. О, боже, стрекое лицо у него ужасно, все в крови. А я лицо не вижу, он мне не с головой. А, нет, вот так не с головой, да? Да, я так опускаю. Его кто-то бил. Рэдкэт, держись. Так что, может ее просто сейчас избить? Увукаду тебя, иди. Да она спряталась. Будем избивать или ждем последний раунд, по-честному? Ну, мы смотрим, я смотрю за тобой, наблюдаю. Это ее я нигде не вижу, кстати. Да она спряталась где-то. Можешь найди ее, пообщайся с ней, скажи, салам алейкум. Скажи, привет. А, она где-то убежала. Ну, у тебя есть свои правила, ты можешь, конечно, ее... Не, но мне хочется поиграть, я не знаю, какой там раунд будет. Вон она бежит, убегает от меня. Но после вот этой игры, получается, будет кальмар. Ну да, ну, даже если я не смогу победить, я хочу все равно поучаствовать. Да, должен кальмар уже быть. Да, там будет праздничный ужин еще у них. Ну вот это типа он был. Мы каннибалы, должны были съесть того парня, который там лежит. Да. Я так понимаю. Не надо его кушать, не надо, Рэдкэт. Я попробую. Смотрите, он боится, он с дубинкой ходит, вдруг его сейчас настигнет. Увукаду. Эй, Рэдкэт, ты чё? Не шали, бедный человек. Ладно. Может, она живёт, сейчас будет зомби какой-то, лучше добить. Итак, так, ну что, финальный раунд. Самое главное испытание. Да, давай. Фух, ну что, я собрался. Давай. Я не знаю, правда, как тут надо будет играть. Она за тобой, она бежит. Mm-hmm. Где она была? Вот где она была? А ну иди сюда. Значит, в конце. Слушай, еще и ударил, да, успел. Опа, кто эти люди? Все, Рэдкэт, ты это, не прошел. Я провтыкал? А вот так. Надо было добить девочку. Да, надо было ее просто добить и все. Ну так не прикольно, не. Я в таком не участвую. Эта концовка нас не убедила, да? Да, какая-то некрасивая концовочка. Тебе миллиарды не дали, понимаешь? Да ладно. Главное, что я выжил, могу с тобой пойти дальше поиграть. А меня убили! Ребята, в этой игре, короче, я не выжила. Не прошла. Да, то есть я бы не играла в эту игру больше. Но зато ты прошла тот раунд, где я не прошел. Ну, может, мы пойдем еще какую-то игру сыграем, да, где конечно. Еще есть эта игра. Давай? Давай, перезаходим. Угу. Ну что ж, ребята, мы отправились играть еще в один режим, игра в кальмара. Ну а вы можете поставить как можно больше лайков, чтобы это видео вышло как можно быстрее. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на наши каналы и до новой встречи. Всем пока!